Ну, сходи ненадолго, а позже пойдем в кафе, мороженое поедим. Здорово! Ну, я пошел. Е-ху! Иха! Вот это класс! Кто это там кричит? Пойду посмотрю. Эй-эй-эй! Ух ты! А, привет, малявка! Смотри, какую штуку мне мама купила. Какой интересный скейтборд! Никогда таких не видел. Ну, я смотрю, ты вообще от жизни отстал. Это ж гироскутер. Гироскутер? Круто! Вот бы мне такой. Ну так иди и попроси у мамы. Нет, мама точно не купит мне такое. А можно мне немного попробовать? Что попробовать? Ну, это... прокатиться. Ага, сейчас! Размечтался мелкий. Брюс, не будь жадиной. Я только чуть-чуть попробую и все. Дай подумать. Нет. Ну, пожалуйста. А что ты мне за это дашь? А что ты хочешь? Я видел, что у тебя есть машинка на радиоуправлении. Вот дашь мне ее поиграть на денек, так и быть, дам тебе прокатиться. Ну хорошо, сейчас принесу. Вот, держи. Только я сейчас с родителями в кафе иду. Давай как вернусь, сразу же и прокачусь. Ладно, договорились. Чего тебе, мелкий? Я пришел на гироскутере прокатиться, как и договаривались. Ага, разбежался. Машинка-то у тебя совсем неинтересная. Да и к тому же она сломалась. Как это сломалась? Не знаю. Она у меня в лужу укатилась и заглохла. Я ее и ногой пинал, и молотком по ней стучал. Она ни в какую работать не хочет. И за это я должен дать тебе прокатиться? Обойдешься. Ну как же так? Ты же обещал. Разговор окончен. Вот, катайся на своей дурацкой машинке. Ой. Ты мне должен, Брюс Толстопуз. Так что я имею право прокатиться. Вот где ты его прячешь. Так, как же тебя включить? А, вот вроде. Вау! У-ху! Вот это супер вещь! Нужно будет спросить маму. Может, она все-таки купит мне такой же? Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ну вот, упал. Что это? Колесо отвалилось? Что же я наделал? Если мама узнает, что я без спроса чужую вещь взял, мне точно не сдобровать. Вот так, никто ничего и не заметит. И пусть этот Брюс думает, что сам его сломал. Стивен, доброе утро! А ты чего такой грустный? Что-то случилось? Нет-нет, мам, все в порядке. Пойду прогуляюсь. Как-то нехорошо получилось. Сломал чужую вещь, теперь... Нет, так нельзя. Надо пойти и во всем признаться. Привет, Брюс! Чего тебе, мелкий? Брюс, я тут хотел сказать тебе насчет... Привет, Стивен! Здравствуйте! Вот, Брюс, мастер все исправил. Теперь твой гироскутер как новенький. Ну, наконец-то! А что случилось? Да, я вчера вечером в забор врезался. У него колесо и отвалилось. Сколько я его на место не пытался поставить, начинаешь катиться, а оно опять отваливается. Так значит, это не моя вина? Ты о чем это? Да так, ни о чем. Ну а чего стоим? Брюс, дай Стивену прокатиться. Ага, ща. Ладно, держи, Стивен. Можешь немножко прокатиться. В общем, катайся сколько хочешь. Правда? Класс! Спасибо, Брюс! Что? Вау! У-ху! Что ты на первой же кочке споткнулся, Стивен Кривен?